Искушение такое, трясет, блядь. Сколько работы вложено, блядь. Я ухожу на поляну, хотели еще пока скосить, боялись. Идет, сядет, как пошла. Это не будет метр, размах. Будет, где-то еще метр прибавит. Ой, что-то я руку бросил, блядь. А он метра 3-4 пробежался. И полетел, блядь. Да, и садись оттуда, раз сел, лоб остановился. А у нас три такой, как будто поляна выходила. Те, короче, через немцев купили в Казахстан. Казахстан знали. Вот с этой вот как-то влазит, она так лихо, а залазит. Так плохо. А может сзади? А, ну сзади. Как-то тут вот. Тут все подогнано, все подогнано. Надо поехать. Серебристый. Скорее всего. Вытаскивайте, Лёш. Чтобы там на камнях не заводить. Все равно ему суждено сегодня полететь. Ветер, конечно, не... Собрали уже, так а что делать? Ветер прям не в нашей пользе. Куда-нибудь винт. Полетел. Все нормально, все хорошо.
Ну еще как? Да ну как? Прям пинолет. Прикинь, пинолет. Такой ветрище. Ветер его давит. Трястись, ребят, да?